He needs to be saved. 14 зрителей на Айзеке. Все, Айзек, мертвая игра. Зачем я вообще стримлю? Заказы музыки, кстати, включены, если хотите. Погнали. Так, ну у меня доллар со старта. Я даже не помню, как, чтобы я его получал вообще когда-либо. Наверное, когда-нибудь было. Мне не нравится эта комната. Но, по крайней мере, здесь нет желтых чемпионов, которые портят всю структуру уровня. И гонят со всех ног. Да боже мой. Забег длится 30 секунд. Мне уже заказали длинный видос. Ой, короткий, в смысле, короткий. Окей, это был короткий видос по заказу. Спасибо, что заказываете такой. Так, музыка потише. Спасибо, что заказываете не то, с чем я буду страдать. Так, музыка в игре off. Какая плавная анимация в видео. Мне прям понравилось. Видос длиной как забег? Рили? Да не, вы гоните. 3 минуты. Можно любую музыку? Нет, не любую. Мне может быть не понравится, я выключу. Привет, Дест. Привет, Чайпаха. Привет, Данил. Привет всем. Степан, привет. What? А как? Подождите, мне надо сид записать. В смысле? Я еще думаю, как-то он странно выглядит. Он что, гигант? Подождите, подождите. Я ничего не понял. Это как? Это был гигант? Я еще думаю, как-то он странно выглядит. Видели? Он как-то реально странно выглядит. Это был гигант, но он не был как гигант. Сейчас убедимся. Смотрел тут записи стрима TGI Power 2, и тут ты не с менее охренительным рогаликом. Вот посмотрите, как он двигается. Это другой паук вообще. Это вообще другой паук. Подождите! Это не большой паук, это маленький паук, который гигантского размера.
Я еще думаю, почему он так странно двигается, почему у него такое лицо? Это маленький паук, он небольшой. И это гигант. Вы серьезно? Что это за джибейтед? Посмотрите на него, он выглядит как большой паук, который бегает за тобой. Это, блин, маленький паук. Офигеть. Смотрите, два сердца контактного урона. Капец, я вообще... Это такой джибейтед. Охренеть. Охренеть. Знаете, я даже не зол, что я слился, типа, я заслужил, но, черт возьми, у меня 4000 часов в Айзеке, и я не ожидал, что такое может произойти вообще. Охренеть можно. Ловушка паука, блин. Вау.